Nokia 1650. Замена полифонического динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 1650». Перед заменой полифонического динамика необходимо извлечь акустический блок из средней части корпуса телефона. Полифонический динамик в данном аппарате выходит из строя чаще всего по причине перегорания или засора. Заменить его несложно. Динамик приклеен двухсторонним скотчем к акустическому блоку. Для извлечения его достаточно подковырнуть металлической лопаткой. Новый полифонический динамик вставляется в акустический блок пинцетом. После установки нужно слегка на него надавить. Полифонический динамик заменен.